Добрый день! Сегодня мы хотим показать вам вибрационный ориентатор УК-3000. Особенность данного оборудования – возможность встроить его как в роторный тип перемещения флакона, так и в линейный. Для удобства демонстрации мы закрепили данный узел к транспортеру. Работа данной установки очень проста. Три вибромотора по чаше поднимают кисточку к шклизу подачи. После срабатывает датчик, и пневмомолоток направляет кисточку в горло флакона. Затем операция повторяется. Данное оборудование может быть настроено на любой тип крышки и на любой тип кисточки. Давайте начнем. Сначала мы должны включить с вами воздух.